В Японии удвоилось число жертв сильнейших ливней. На данный момент от стихии погибли 46 человек, еще 48 человек считаются пропавшими без вести. В результате сильнейших за 10 лет дождей в Японии погибли уже 46 человек. Об этом в субботу, 7 июля, сообщает телеканал NHK. Ранее сообщалось о 21 погибшем. Спасателям удалось найти 5 выживших. Все найденные пока что без сознания. Еще 48 человек считаются пропавшими без вести. Согласно информации канала, в префектуре Хиросима на западе Японии пропали без вести 23 человека, погибли 22 человека. На острове Сикоку, в префектуре Эхиме, сообщается о 18 погибших, еще 9 человек считаются пропавшими без вести. На данный момент в спасательных операциях задействованы 48 тысяч человек, пожарных, полицейских и военнослужащих. Метеорологическое агентство страны подняло уровень угрозы в ряде западных районов до высшего. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TeamyCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.